А вас искали? Да, женщина пошла. Мужика я сумки таскаю. Больше камеры ничего потерять, боитесь. Еще посадка началась. Еще. Все уши ушли, стоят нас выгнали, чтоб ты знал. И мы, я сумки таскал. Ты мне секрет. А? Выключай. Выключай, говорят. Сними воздух, дышать нечем. Сейчас будешь мокрый насквозь. Это тебе дышать нечем. Там даже дышать нечем, там духотище. Я сумки пру, тяжелые. У меня больше 4 килограмм, чтобы машину оставь место для Байкала. Вообще год тигра. Тигр. Вот поэтому на тигра все Не ходи туда, нельзя. Нельзя, положено.
снимай вот это, чтобы вот прибой было видно, чтобы вот берег тот. Опять кусты пошли. Сейчас будет просвет. Надо подготовиться. Надя, привет. Нине, привет. Ну, привет всем. Может, на фотоаппарат сфотографируемся? Один просто так щелкает. Хорошо, что приехали, молодцы. Мы уже никогда не приедем. Все, вот знаешь, за упокой прям. Вот, знаешь, слушать было невозможно. Измениться у нас лучше. Чуть-чуть. Дети вам тут это обеспечат эту поездку. Дети, да, да, да. Внуки, может, у нас такие выросли. Выросли, да. А когда мы у нас не выросли. Они всегда жили лучше у нас, а теперь хуже. Да. Ну, я не знаю, как они жили, где, а сейчас... Ну как, через год? А работали вообще? А через год приезжали? Ой, эти муниципалистки, вот. Да, все равно, все вместе тут, да? Вот еще давайте фотографируйте. Мужчин не позвать? А у нас, кстати, это не фотография? Мужчин нет. Да, Коль? Он сильный, как узнаете. Кончилось, может, плево? Он будет. Ну, давайте. Так, а где вы там? Я смотрела. Надо людей снимать, а вы капали снимать. Ты же ничего не снимают, это еще все устраивает. Это гуляет картинка по камерам. По камерам. И этот Сережка тоже всякий живот. Я говорю, ты людей надо снимать. Ну, интересно. Коль, ну тебе не вот, что ты там меня держишь? А, Ниночке привет, я от Светланки тебе привет. Ой, узнает, спасибо. Конечно, будет, ты что, недовольна? Если узнает, то нам как будто. Да. Так вам и надо. Надо было позвонить. Ну, да уж. У них, говорит, там телефон в стол. Ага, ну все, ага, счастливая. Ну, Светка даст вам чих-пых. Будете сбоку на вас. Мамка, Жушину, привет. Уже погода плохая, извини. Твою сына на рыбалку не сводили. Дождь льет и льет, и не в чем идти. Сами-то не видели. Река большая, дождь льет, река большая, никто рыбу не ловит сейчас.
В огородах и урожая нет. Урожай затопило, все, пропасть. Я говорю, Ниночка, приезжай, говоришь. Приезжай, ездила же когда-то. Может, и сейчас выделится момент. Старенькая ездила. Да. Да, вы молоденькие. Ну, я-то не видела, я посмотрю. Нашим Чижовым. Мамка, ты уже так говоришь. С Вахи особенно твоей. Привет. Любимый. Большой, от любимый. От Боли, привет. От Селезневых. Чижов от Селезневых. У нас все птички. Селезнёва? Оля Селезнёва. Оля Исполинова. Томка Исполинова. И вот у нас... Исполинова. Муж её Селезнёв, правильно. Сергей, возьми пивка. Дядя Толя, оставляйте с Аликом, у них праздник. Сергей, пивко предлагает. А что там его? Да, это предлагают. Сережа, пиво забыли. Ну, потом. Ну, сейчас я могу сказать. Надо было сказать, 10 000 это главное. Ну, так да. 10 000 это еще не знаю. Ну, хватит. 6,5 6,5 7 000 И без гаком, грубо говоря. Это только на стару нужно 2 300 7 000, короче, ладно. 6,5 2 300 Ну да, 7 000 уже упало. 10 000 Это где было написано? Там при выезде. Там нет. Вот моя родина, вот где Ира меня родилась, Саша. Среди вот этих гор, вот той больнички там, которая на дороге стоит. Машина, конечно, хорошая, потому что печку включал, и у нас сразу ноги засыхали. Печки сушили. Печку там включи сразу, прям, знаешь, к нам туда на сзади сидели сразу. Они не только стоили, через сидели, а вот сзади. С правой стороны. Справа, это значит... А у них все машины с правой стороны. И у тротуара, да? Все иномарки, у тротуара. У них наших там... Вот мы все это рассуждали, то 10%, наверное, от силы. Остальные все иномарки. Ну, они там еще есть. Вот у нас вчера. Вот нашу вместе. Тем более она не знаю. Вот почему-то говорят, даже старая иномарка лучше нашей новой. Неужели это как? Как и настолько наши плохие машины? Она и шаре, знаешь, внутри. Сидишь и не те. Вот мы втроем на заднем сиденье сидели, и как-то вот мы... Такие длины все вмещались. И просто мне в голову не упирался, это крыша. Да, и тепло, и... Багажник там сзади открылся. 10 секунд. Он не разбил эти гребешки? Ну, ракушек сам. Вообще ничего не будет. Все это на руку, да? Сколько же?
значит, привезти сможете. Ну. Я получила приглашение на Сахалин, и на тот год еду. Вы икру знаете, какую там ели? Вот свежую. Беру куски. И... Так как она ее делала, расскажи. Ой. Все, выключай. Ты же говоришь, Ольга при нас. А при нас сделала, но я это... Чё? В соленую воду она положила, да и разобрала. Воду, да. И сидела вот прими руками ее это. Разбирала. От этих всех прожилочек разбирала. И на следующий день мы уже ее ели. Ой, день. Да она всего 7 дней. Нет, но мы вечером сидели. А, поздно. Это, да, поздно. Мы тоже так же сделали. Вот свагородина моя какая, чем славится. Вообще холодрыгая. Дождями. Но растительность, трава у нас богата. Крапива, вот эти лопухи, кислица. Кислица такая дикая. И сирени полно. Это вот жасмин. А, это не жасмин. Не жасмин, а что? Это кислица цветет. Ну, Толя называл это сахалинская гречиха. Или ну, такая. Конский щавель, точно. Конский щавель. Ой, ой, ну все, пошли меня провожать. Ой! Я домой пойду. А ты еще, а ты куда пошла-то? Да я в другую сторону пойду, тебя Коль потом домой. Ну, Свет, ее посади на 14 на остановку. Да мы сейчас с ума зайдем, по 14 ждать. Она просто подведи, и она сама сядет. Я говорю, с ума сойдем ждать. Чего подвозить, пешком дойдет. Да ты что, вот тут на 14 лет, домой доедет. Вон он ее сейчас пойдет и проводит. Ну ладно, нет, спасите, посмотрим, пусть она идет, а то там Андрей ждет. Пусть. Нет, я пойду. Ну что, Светло, ты что? А потом снова. Тебе. Где он, Коль-то? Сейчас, подожди. Это я, Нина. Где же ты? Где гости? Где Чего не хохочет? Что там я сказала смешное? Похоже, я не знаю. По тебе не видно. По тебе, в принципе. Ну, где ж уже это пошли, а? Потому что я плохо себя чувствую. Понимаешь, что валит звук? Знаешь, что такое звук? Будешь их показывать? Нет. Коля, нет.
Будем вставать к вам. Ты не выспалась? Я ночью проснулась, спала. Зуб болел. А сейчас болит? Сейчас вроде нет. Сейчас буду вставать. Ты что, это снимаешь, что ли? Убирай отсюда все это. Быстро уноси. Ты меня слышишь? Да. Уноси быстро, говорю.
Лада. У меня осталась курица. И это. Ой, Карюшка, ты меня напугал как. А что ты всех снимаешь-то без штанов, да без кофты? Коль, все раздетые. Коль. Карюш, Люся скажет, чего? Не слышит вроде как. Бабушка он комаров только успевает фотографироваться. Ну, насрать на нее. И не полюбил. Ой. Ой, как много-то. Так это на троих. Я другой не варю. Нет, картошка кончилась. Я вчера из последней картошки сварила. Ой, ну у меня, я купила 4 килограмма. Ну я... и что, и мы купим, Андрей с Андреем сходим. Это... Нам надо за продуктами идти. Я не знала, я бы вам насыпала. У меня картошка есть. Правда, мелкая. Такая вот. Ты что тут уселся? Ребенок. Коль, ну что, пирожки можно есть? Вот эти. Где-то я... А? Коль, иди принеси мне юбку. Что это звонит? Еще никто не пришел, она уже юбку попила. Да, все кто? Влад! Коль! Шапку не надо. Кто ты? Васильевич. Кому? Ошибся. За собачкой, говорит, за своей я пришел. У вас моя собачка? Я говорю, у нас нет вашей собачки. Все? Я не буду юбку одевать, Коль, ладно? У меня кофта длинная. Александр Васильевич. Первый раз. У вас тут моя собачка. Я за собачкой пришел. Вы, говорит, извините, это я. Я говорю, это кто я? Александр Васильевич. Я говорю, а вы не ошиблись? Он, а у вас моя собачка? Я говорю, нет, у нас никаких собачек. Вы молчали, как собаки. Да уж, это точно. Вы все знаете, да? Так, ну что, давайте это... Чего? Я вот что мы зашторим? Зачем? Как зачем? Ну вот я уже... грязное окошко не видно было. Так зачем мы думаем, что мы зашторим? Мы не для красоты. Чтобы вот. Окна не видно было. Как она тяжелая-то? Она железная, что ли? Железобетонная. Отличная штука. Прекрасная. Просто. Убритиковая, по-моему, такая красота. А? У Брицковой такая. Она дешевая. Очень. Выбросить вот не жалко прям будет. Но она стирается. Стира. У меня такая скатерть, что я что-то говорю. Свет, ну давай вот эту лепешку сюда положим. Ну положи, и что ты мне предлагаешь? 10 этих тарелок. Вот, сейчас ее съедим. Вот, убери эту тарелку. Лишнюю. Иди вымой руки. Ты больше напачкал. Не иди. Буду я. Иди тарелку. Ну, ма, ну я не хочу мочиться. Я руки кремом намазала. Я не хочу. Я вот так. Пока время. Я говорю, я руки кремом намазала. Она говорит, я не хочу мыть тебе тарелку. А, тарелка моется. Свет, извини, пожалуйста. Это у тебя старая дура какая. Коль. Трусах ты,
Ну когда я посмотрю, как я выгляжу. Сейчас телевизор посмотришь, там покажут он тебе. Ты куда показываешь? Того, кого смотришь. А я думаю, что это все мило. Я, Калюшка, вот я тебя вижу. Оля, а что очки бросил? Ты его штаны мои не фотографируешь. Шок мои не фотографируешь. Ой, Коль, как ты постель убрал, обалдеть просто. Так. Я не поняла, что тут 5 пар. А эти надо вообще. Смотри, это что такое? Так. Здесь вот какая-то фиговая была. А? Здесь вот что-то лежит. Да. Лежит. Ты не масла много не мажь. Тебе вообще. Я могу тебе вообще не мазать, тебе не мазать? Не, ну маленько помажь, не надо. Только много не надо. Я тебе много и не мажу. И половину кусочка где-то. Ну конечно. Вы сами-то хоть ели круто? Там, да. Дома нет еще. Ты много дней не накладывай. Господи, мам, ты что, прям ты все оговариваешь, ты ешь, да и ешь. Ты ее ел, наверное, 10 лет назад, если не 20, последний раз ты. Да? У Комаровой, там у меня не угощал. Ну, тебе. Она мне угощала. А еще я у кого-то ела. У кого-то я еще ела. Оль, ты положи этот фотоаппарат. Ну, пожалуйста, смотри за стол, а. А что у вас в банке? Ну, да. Мы с Сапалем привезли. Сколько такая банка? 160. Ну, что, хорошая, что ли? Да ладно, моя настроилась. Мне подарили. Там? Ты мне густ не наливай, все мне хватит. Я всю тарелку налила, хватит. Я что-то спать захочу. Я как вам приду, так все будет. Там, я думаю, набаловалась спать. Когда Андрей-то домой привез? Ну, сейчас уже, сказал, заканчивает. Надо не убежать пока. Вы лепешку это съешьте, а то она страшно лежит. А? Так.
Пожалуйста, чуть добавлю шкуры. Так, сметану, мам. Мам, что со сметанкой? Да ну её не надо. Да ты чё? Сметаной-то вкуснее. Он же постный суп-то, мам. Хоть сметанкой сдобрить. На. Чё, без мяса? Нету мяса. Без мяса? Чего вы без мяса говорили? А нету мяса. Голову спрашивал, 15 рублей уже килограмм. Ну, такая свининка дала. Коль, садись. Мясо такое чистое, чуть-чуть. Так, все. Лепешку надо вот спрятать куда-то. Да ее сейчас, слышь, мы съедим. Накройте салфеткой, возьми салфетку, вырви одну. Вот так дергай. Да дергай, да ничего не надо. Вот она легко отходит. А их тут две, по-моему. Это три даже, она делится. А зачем? Да не надо ничего. Я смотрю. Угу. Тут две. Две. Угу. Вот зря только лепёшку с супом не съели. Какую только хреноту не пили. А что тебе не нравится? Да, все деньги берут. Без денег бы давали. Без денег тут знаешь, что дают? Вешают в основном. Вешают, дают, а вешают. Посмотрите, мухи какие-то у вас тут. Тут. Сколебали эти мухи. Маленькие. Маленькие. Убить. Полотенце так и грязное лежит. Кошмар, аж стыдно. Чего же я стирал, его не постирал-то? Толстые тут у нас. Как сейчас, Андрей, позвольте, я сразу... По штаны. По штаны одеваю штаны. Штаны пойду я. Идет. Ой. Мама, это она слежалась. Она нормально все лежит. Она просто полежит сейчас. Она здесь вот неправильно у меня сложно, что ли, может, что у меня как-то было это немножко. Лежалась. Ну вот, такая девушка. Внимание. Чего это будет? Лиши, сейчас так можешь. Какой размер? 39. Так, давай отрежем. Нет, сейчас это самые модные туфли у меня. Ну что купить-то? Я в них уже ходил, в кафе мы ходили. Целый вечер ходил, но ничего не успел даже. Что значит настоящий мод? Ну вот, больше ничего не купили.
Купим к нам деньги, оружие. Вот. Так.